Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматическая винтовка «Гамма Биг Кэт 1000». В комплекте нас ждет руководство по эксплуатации на нескольких языках и сама винтовка. Это испанская пружинно-поршневая винтовка переломного типа. Взводится и заряжается она путем перелома ствола. Стреляет свинцовыми пулями калибром 4,5 мм. При установке усиленной пружины максимальная скорость вылета пули может достигать 305 метров в секунду. Модель отличается высокой точностью. Этому способствует нарезной ствол. Он, как и ствольная коробка и механизмы винтовки, изготовлен из оружейной стали. Ложа и приклад винтовки выполнены из качественной прочной пластмассы. Затыльник приклада вентилируемый, выполнен из резины. Это способствует уменьшению отдачи. Плюс ко всему на прикладе имеется удобный подсчетчик. Как и на всех пневматических винтовках «Гамма», предохранитель находится внутри спусковой скобы, а спусковой крючок работает плавно и мягко. Винтовка оборудована открытым прицельным приспособлением. Это мушка и регулируемая прицельная планка с фиброоптическими нитями. Они позволяют с легкостью прицеливаться на темных объектах и при недостатке освещения, например, в лесу. Давайте перейдем к испытаниям. Винтовка отлично подойдет как для спортивной, так и для развлекательной стрельбы, а также для охоты. Приобрести ее можно на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».